Всем привет! Значит, вот сегодня утром я пью вот такие капсулы. Вот синхровитал 3, синхровитал 4. Это я пью утром. Почему? Вот если у вас давление, если у вас повышенный холестерин, вот эти вот капсулки, они натуральные, они помогут вам привести печенку в норму, холестерин в норму и уберут давление. Я с этими продуктами буквально вздохнула. Вот, что я сейчас делаю? Ну, я капсулы пить не умею, сейчас мы будем их пить вместе. Вот. Ну, опять хочу сказать, что я, конечно, не врач. Нет, я не врач. Но я так же, как и вы, хожу к врачу. Она выписывает какие-то лекарства, но помимо лекарств, понимаете, на одних лекарствах все равно далеко не уедешь. Лекарство – это то, что снимает острое состояние. А нам нужно оздоровление, нам нужна профилактика, нам нужно привести сосуды и печень в норму, чтобы у нас не было холестерина, чтобы он у нас был в норме, вот потому что печенка вам выработает его столько, несмотря на то, что вы будете соблюдать всякие там диеты. Основную массу холестерина вырабатывает именно печень. Чтобы вы понимали, вот почему я эти два продукта пью, чтобы мои сосуды были чистыми. Это утром, а вечерняя программа я вам покажу позже. Значит, что я делаю? Я беру, здесь у нас два вида капсул. Но у меня так получается, не всегда я пью так, как вот сейчас посмотрю. Остались. Вот смотрите, у меня тут сколько их. Значит, у нас здесь зелененькие. Надо три штучки зелененьких. Вот я их откладываю. Здесь их два вида. Утренние и вечерние. А это вечерние. Вот я вечерние практически уже все выпила. Вот. Остались у меня вот утром. Это проблема. Вот. Зелененькие утром. Вот. И синхровитал 4. Это для печени. Это для сердца. Это для сердца и для сосудов сердца. Это чистит сосуды, чтобы вы понимали. Чистит как ёршиком. Все вычищает, все прочищает. И сразу становится легче. Это вот у кого аритмии. Аритмии, высокое давление, которое резко прям поднимается. У меня все это было, поверьте, было. Это ужасно. Вот. И вот для печени. Для печени вот здесь у нас два вида. Зелененькие и светленькие. Светленькая у нас утренняя. Вот я ее добавляю. Значит, глотать я это все дело не умею. Вот поэтому, что я делала? Я приготовила себе стаканчик воды. Сделала с песочком. Вот, сделала с песочком. Сейчас вот песочек вот, разведу. Вот, теперь я беру рюмочку. И вот в эту рюмочку высыпаю эти капсулки. Сейчас я это все высыплю. Они легко открываются, легко высыпаются. Вот я даже так вот, вот высыпаю все это. Вот, сейчас разболтаю. Ну, не умею я капсулу глотать. Не умею. Вот. Знаете, еще я пью вечером на ночь магний по 3 капсулы. Пью хронолонг. Обязательно омегу-3. Обязательно. Вот. Каждый день. Омегу-3 пью каждый день. Так, все. Все капсулы. Видите, вот я все это высыпала. Так вот. Вот. Сейчас я это все дело разбавлю водичкой. Вреда от этого не будет. Вы знаете, я тоже боялась пить капсулы. Когда-то это было давно. Но посмотрела видео. И там видео одна женщина. Я уже не помню, кто она, что она. И вот она тоже рассказывала про сибирское. Вот. И боялась я всего этого. И она говорит, что вреда от этого не будет. Даже если у вас идут какие-то большие нагрузки нервные. Вот, если вы понимаете, что ваше сердце страдает, что надо сосуды почистить, но у вас еще, как говорится, все это только попейте этот комплекс. Вот, и будет здорово.
Вот. В свое время меня точно так же от давления спасла живая клетка 3. Вот вместо вот этого вот, это сейчас называется синхровитал 3, а тогда была живая клетка 3. Вот. И ну, тогда мне таблетки от давления назначили, я говорю, нафиг все эти таблетки. Вот. 2 месяца попила. Сейчас я пью это курсами. Месяц через месяц. Попью, оставлю. Попью, оставлю. Вот. Ну, а вот этот я, можно сказать, практически постоянно. Я думаю, что это каждому человеку надо. Особенно тем, кто каждый день пьет таблетки. Вот это вот просто... Это вещь незаменимая, чтобы печенка осталась целая. Все, пьем. Почему сладкую делаю воду? Да потому что пьется поприятнее. Оно на вкус, оно нормальное. То есть там ни горечи, ничего нет. Обыкновенный вкус. Помните, раньше в аптеке порошки продавались? Вот, вот они только в капсулах. Раньше помню, давно-давно, в советские времена еще, у нас в аптеке были аптечные, делали лекарства на заказ. И вот их делали в порошочках. Тебе выдавали такую коробочку. Вот, а там порошочки. И вот эти порошочки ты высыпала в ложечку, разводила там водичкой, там чем угодно. И выпивала. Вот, и нормально. А это вот в капсулах. Тот же порошок, только в капсулах. Все. Вот, все. Теперь до вечера. Вот теперь вечером. И так каждый день. Вы понимаете, с возрастом, к сожалению, мы не молодеем. И ухода за своим организмом нужно гораздо больше. Просто я сравниваю тот возраст тогда, где-то лет 15 назад. Это было совсем другое. И сейчас, когда мне уже вот столько, не буду называть свой возраст. Не хочу. Вот. Но я хочу сказать, что внимание своей персоне, внимание мне любимой, нужно гораздо больше. И чем мы становимся старше, тем, к сожалению, внимание нужно уделять больше. Все, всем пока-пока. Так, ссылочки здесь, под этим видео. Вы найдете. Все необходимые ссылки вы загляните в описание. Вот, и там у вас будет много-много чего. Вот откройте их, посмотрите. Может быть, что-то для себя интересное найдете. Всем пока-пока.